Извините, пожалуйста, это же ваша машина. Моя. Нравится? И долго она еще гудеть будет? Ей скоро надоест. Еще двойной эспрессо, пожалуйста. Ну нет, я уже не успею. Я не знаю, тут какой-то урод машину поставил. Это я. Привет. Да, ведь я говорил, что ты со странностями. Машину убери. Все равно уже опоздал. Есть время поговорить. Не буду я с тобой разговаривать. Витя не велит. Это мое дело. Машину убрал. У тебя скоро свадьба. Мы же будем как-то общаться. А тут... В общем, есть одна проблема, ее надо решить. Витя приедет, втроем сядем и решим. Втроем не решим. Зачем тебе этот старик? Я моложе раза в два, умнее раза в четыре. Из нас двоих только один может быть счастлив. Почему он, а не я? Не стыдно? Что ты делаешь? Опаснее и вреднее укрыть любовь, чем объявить о ней. Это твой Шекспир? Ты его любишь? Кого? Шекспира? Значит, нет. Ну, почему нет? Витя, он... Хочешь, я построю театр? Для тебя. Будешь играть главные роли. Твой Витя, ты же знаешь, он никогда этого не сделает. А я сделаю. Какой театр? У тебя же нет столько денег. Ну, он тоже не олигарх. Король Простокваши. Ну, как-никак, свой комбинат. Какой комбинат? Это здесь он король. Деревенское счастье. А у нас свое издательство в Лондоне. И один из компаньонов реально богатый человек. Чарли, мой друг. Как-нибудь познакомлю. Я не тороплю. Твой Витя приедет через 3 дня. У тебя есть время подумать. Нет, я не могу. Нет, так нельзя. Извини. Знал, что мне не на что рассчитывать. Забудь о том, что я говорил. Я тоже постараюсь забыть. Ну, ударь меня. Ты же хочешь. Боишься по судам затаскать? Есть вещи, которые нельзя делать. Просто нельзя и все. Я рад, что ты это понял. Здравствуй, папа. Проходи. Тебе нужно? Зачем ты приехал? По работе. Хотим открыть филиал издательства. У вас еще в Москве филиала нет. Ну, здесь моя родина. Речка, в которой пацаном плескался. Березки, на которые в детстве писал. Тут мой отец живет. Мама похоронена. Сядь. Я сам буду решать, что мне делать. Влад, так невозможно. Так нельзя жить. А как можно? Как ты? Жить, чтобы деньги зарабатывать? Потом тратить на жратву, девок, снова зарабатывать, опять тратить. Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше. Тебе твой Шекспир не говорил, что ты мудак? Маленький гнойный прыщ. Так ты выдави меня. Зря смеешься. Я таких вещей никому не прощаю. Тебе прощу, потому что сын. Но только один раз. Не делай так никогда больше. Или что? Я тебя породил, да? А хочешь, я сам?
Все равно жизнь бессмысленна. Какая разница? Раньше, позже. Прощай, папа. Испугался? Или обрадовался? Как он мог вырасти такой мразью? Об этом сейчас думаешь? Грехи других судить вы так усердно рветесь. Начните со своих, и до чужих не доберетесь. До свидания, папа! Еще увидимся! Спасибо, не хочешь сказать? Если бы не я, ты бы замуж взял эту сучку. При южном ветре я еще могу отличить сокола от цапли. Видимо, благодарности не дождаться. Уезжай, Влад. Я не женюсь, что тебе еще надо? Ты думаешь, я здесь для этого? Меня настолько интересует твоя личная жизнь? Ты же так любил Лондон. Разлюбил. Скучный, холодный город. Нет там этой русской душевности. Родители с детьми почти не общаются. Сколько тебе лет? Взрослый мужик. Забыл, сколько мне лет. Давай посчитаем. Когда маму убили, мне было 4 года 11 месяцев. Значит, сейчас... Счет принеси. Да, конечно. Уже уходишь? Ладно, ладно, я уеду, вернусь в Лондон. Отвечу на один вопрос, я сразу уеду. Тебе нужно только сказать, кто виноват в смерти мамы. Не надо в этом копаться. Ну, тебе не надо, ты не копайся. Все равно скажешь, я же тебя достану. Придется или сказать, или заказать. У вас же это легко. Сколько вы друг друга перекрошили, забыл уже? Одного не пойму, при чем здесь мама? Она ведь к вашим делам отношения не имела, ее-то за что? Я жду, папа! Могила была. Где она? Так это... Что это? Где могила, я спрашиваю? Так у него документы были. Все официально, все по закону. Он сказал, что хочет мать перезахоронить. А участок, говорит, пусть останется. Он сюда отца похоронит. Все по закону. Все по закону. Ладно, тогда вот... Специально для выставки берем. Смотри, какой замечательный хорек. У меня уже есть такой. Да ладно. Только ты говорил, что он суслик. Ну, правильно. Суслику нужен друг. Он мизантроп. Зануда. Хорошо. Тогда бери зайца. Бомба, а не заяц. Ну, ты уж определись, бомба или заяц. А вы, значит, из тех, кто все понимает буквально. Предупреждать надо. А если бы я попросил тебя сунуть вилку в розетку? Да ну тебе, какой ты сегодня... Лука,
Не нравится мне заяц. Но хочешь, я его сейчас куплю, потом выйду отсюда и выкину. Тебе это надо? Пожалуйста. Я еще сделаю. Упаковать. Пусть стоит. Может, еще кому продашь. Ты же работать хотел. Ну, люди работают, чтобы у них деньги были. А деньги у меня уже есть. А как же творческий экстаз? А вот с этим художник должен себя ограничивать. Не более 2-3 творческих экстазов в день. А не то можно стать творческим импотентом. Ты что делаешь сегодня вечером? Приходи в стекляшку. Чаепитие намечается. Да ну вас, алкашня. Тебе повезло, что я домой заехал. Мог бы до утра тут торчать. Где ты ее похоронил? Ну, слава богу. А я все жду. Когда же ты к маме на могилку съездишь? Когда ты родился, знаешь, какой первый тост был за столом? Чтоб ты вырос умным и добрым, а ты вырос умным и злым. Не повезло тебе. Тех, кто убил маму, уже нет. Ни исполнителя, ни заказчика. Я не об этом спрашиваю. Как правило, человек отвечает не на вопрос, а на свое представление о нем. Ты мне говоришь о тех, кто убил маму. А я спрашивал, кто виноват в смерти мамы. Что ты хочешь, чтобы я сказал, что я виноват? Я хочу, чтобы ты это понял. Дурак ты. Ты уж определись, умный я или дурак. Вспоминай свою жизнь. Только всю. Может, поймешь, где маму похоронили. Вон она, в красной шапке. Марьяна! Да? Я Влад. Владислав. Здрасте. Ищу двоюродную сестру Юлию Никитину. А тетя Зина, ее мама, она дала мне номер, но телефон все время отключен. Ну, Юльке почти всегда телефон выключен, вот. Она потом сама перезванивает. Мне не перезванивает. Мы с ней почти не общались. Последний раз видел ее 10 лет назад, то мельком. Может, поэтому? Не знаете, она ближайшие 3 недели появится в городе? Честно, не знаю. А ВКонтакте она есть? Я не нашел, но, может, под другим именем? В Скайпе или в Твиттере? Ну, на самом деле, мы с Юлькой, вот как она уехала в Москву, почти не общаемся. А тетя Зина сказала, вы были лучшими подругами? А, ну это раньше было тогда, но потом как-то... Жаль. Да, мне тоже. До свидания. А если что-то важное? Что важно, он может сказать, что Шекспир написал Ромео и Джульетту. Ну, не знаю, если бы у меня был такой брат. Что? Я понять не могу, что так сложно просто позвонить и узнать. А если он захочет встретиться? Просто позвонить, узнать. Я для тупых повторяю, если он захочет встретиться. Да. Я на секунду. Подумал, может быть, нам телефонами обменяться? На всякий случай, вдруг что-нибудь узнаете. Угу. Что-то случилось? Да нет, я просто устала сегодня. 4 пары было. Записывайте. 8-913-786-2608. А почему вы так вдруг Юльку стали искать? Столько лет не виделись. И... Может, на «ты» перейдем? Хорошо, конечно. Скоро одна семейная круглая дата. Хочу собрать семью. Все, что от нее осталось. Это я. Теперь у тебя тоже есть мой номер. Как насчет
дружеского ужина. Юрий Петрович, а почему вы до сих пор не женаты? Я? Ну, я считаю, что институт брака – это для зрелых людей. Вот вы, например, взять вас. Вы совсем в юном возрасте вышли замуж и наверняка развелись из-за какой-то глупости. Нет, мы не развелись. Мой муж без вести пропал. Вот в 90-е, когда вся эта мясорубка. Да, сочувствую. Ну, если потребуется, я могу развестись официально. Я думаю, что с этим проблем не будет. Да? Юрий Петрович, а у меня это в первый раз, а у вас? Встречались с кем-нибудь уже? Конечно, и неоднократно. Вы у меня 22-я претендентка на мою руку и сердце. Нет, конечно, я мог бы обмануть вас, но это не в моих правилах. Я привык все говорить честно. Но эти претендентки не имели ни единого шанса. А у вас он есть. Понимаете, в вас есть какой-то внутренний свет. И вы мне нравитесь и как человек, и как женщина. Весело. Еще как! Один в машине сидит, с другим изнутри светишься. Чё-то песенка в разнос пошла. Нет-нет, я родственник. Я муж сестры брата, то есть муж брата муж сестры брата мужа Зинаиды, бывшего. Юрий Петрович, я не знаю, откуда он взялся. Я его 20 лет не видела. Это правда. Извините, мне уже пора. Просто к тому, что уже поздно. До свидания, мы еще увидимся, Зинаида. Я в машине сидел, боялся помешать. Не выходил. Но в чем я опять виноват? Ни в чем. Домой не зову, видеть тебя не хочу. Мой сын был, забрал все бумаги Светы на участок на кладбище. И отдал деньги, которые я потратила на ее похороны. Я же ее на свои хранила. Ты тогда прятался уже. Но ты за 20 лет как-то не вспомнил об этом. Зин, куда этот извращенец смог перезахоронить Свет? Что сделал? Тебе не сказал? Ну, слава богу. А то я уж боялась, что тебе все это с рук сойдет. Замечательный мальчик. Хорошо, что у тебя не было времени на его воспитание. Ну, не суетись. Я думаю, на годовщине все узнаешь. Влад сказал, что у него сюрприз для тебя есть. Какая годовщина? 17 ноября, 20 лет как Свету убили. А ты забыл? Не спится? Значит, совесть нечиста. Какая годовщина? Что ты задумал? Тетя Зин проболтался. Ну все, теперь неинтересно. Ничего, что ничего придумаю. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Оставь меня в покое. И маму. Не смей ее трогать. О, появились живые нотки. Продолжай, продолжай, не останавливайся. Я виноват в смерти мамы. В том, что это произошло. Но конкретно в ее смерти я... Я говорил ей сидеть дома, что это опасно. 100 раз говорил. Нет, поехала в этот ломбард. Что ты молчишь? Другую хотел услышать. Дядь Валер, в тот день, когда мама не стала, мы были в машине, ехали куда-то. Я не знал, куда. Просто ехали. Оказалось, в ломбард. Какая разница, куда вы ехали? Огромная. У отца куча денег, а мама едет в ломбард. Зачем? Вот у отца и спроси. Я и так знаю, что он скажет. Не надо в этом копаться. А
может, он и прав. Звони, Сергей! Сейчас! Вы ведь знаете, да? Это из-за дяди Паши. Мама просто хотела денег ему достать. Валерий Сергеевич, у нее ночью давление падало. А почему вы мне ночью не позвонили? Не, оно нормально, нормально, к утру уже в норме было, все. Чего все? Давайте готовьте операционную. Дядя Паша каким-то браткам задолжал. Мама просто хотела его спасти, он же ее брат. У отца денег попросил, а тот, конечно, не дал. Пришлось ехать в ломбард. По дороге ее убили. А вскоре дядя Паша исчез. Ну, потому что просто не смог расплатиться. Дядя Валер, все же сходится. Она и у меня денег просила, она у всех денег просила. Не надо обвинять отца в том, что он Пашке денег не дал. Пашка всем должен был. Он все равно бы не выпал. Но это же мамин брат был. Тебе дальше нельзя. Думаю, что все так и было. Здравствуйте. Здрасте. Утром в тот день Света позвонила и просила сказать Паше. Он тогда уже прятался, что знает, где найти деньги. Вот. Интересно получается. Маму убили случайно, по ошибке. Дядю Пашу за то, что долг не отдал. Только отец живой, здоровый. Главное, ни в чем не виноват. Пашу не убили. Он убежал, спрятался. Я сама ничего не знала. 7 лет назад позвонил. Пьяный, еле языком шевелил. Плакал, прощения просил. Я его потом нашла тут, недалеко, в Чеботаевске. Сделал вид, что меня не узнал. Пьет он сильно, на человека не похож. Юля знает? Она отца очень любила. И он ее. Пусть уж лучше запомнит отца таким, как был, а не... Пойду я, Влад, урок у меня. Если бы отец маме денег дал, все было бы по-другому. Не надо, Влад. Зачем сейчас уже об этом? Не надо. Алло, привет. Где встречаемся? Привет. Извини, так получилось. Пришлось ехать из города. Вернусь, сразу позвоню. А. Ну, у меня, в принципе, тоже дела появились, поэтому, может, и хорошо, что не встретимся сегодня. Пока. Раскрылся Костин парашют. Мы с самолета прыгали, но этот бой мы выиграли. Но Костю больше в горы не пошлют. Теперь мне одному идти стрелять душманов. И одному вернуться в бой. Дурак дурака издалека видит, слышит, нюхает даже. И фигу с маслом ему покажет. И бабу с возу наверняка. Баба с возу, кобыли легче. Кобыла с возу, бабе ништяк. В тихом омуте сдохли черти. Плюнешь в колодец, сам дурак. И на старуху бывает непруха. Бог не выдаст свинье облом. Чем дальше в лес, тем труднее вылазить. Вроде ему палец и тещу в дом. Вроде ему палец и тещу в дом. Какой русский, хоть на стену лезь. Мудростью народной пропитался весь. Курица не птица, а червяк не глист. Белочка не лечится, трипер не каприз. Паш, ты что делаешь? Ты с ума сошел? Ты чему ребенка учишь, а? Ты в своем уме? Я весь во сне афганский путешествую. Характер Костю потерял, но нашей дружбы не предал. Его невесту назовусь.
Разговор есть. Сторож на кладбище помнит, что приезжал какой-то грузовик. Номер он не запомнил, в журнале не записывал. Куда ее повезли, он, конечно же, не знает. Я проверил все кладбища, городские, областные, нигде данного могилы не обнаружил. Как ты, мастер, эти кактусы купил? Сказали, цветет раз в 100 лет. А он 3 года подряд каждое лето все. Обманули, сволочь. Ну, так это ж хорошо. Хорошо, что цел. Что цвел хорошо, что обманули плохо. Не люблю, когда обманывает. Деревня Суслова, там за пионерлагерем деревенское кладбище. Проверял? Я точно не помню. Если оно было в реестре, то, конечно, я... Тебе как задачу поставили? Найти или попытаться найти? Добрый день. Добрый день. Извините, Виктор Михайлович, но почему вы думаете, что эта могила где-то рядом? Может быть, она в Перми или в Магадане? Это теперь не твои проблемы. Ты уволен. Знаешь, где я нахожусь? Возле лагеря, где мы с мамой познакомились. На первом курсе пионер-вожатыми. Ты знал, что дядя Паша живой? Знал, да? Но тебе плевать, где он, что с ним? Это его жизнь. Не надо туда лезть. Папа, я сколько раз говорил, я сам буду решать, что мне делать. Молчим. За что деньги платим? Какую музыку заказываем? Ну, говори, кто такой, что хотел? Почку, ухо и пол задницы. Деньгами не обижу. Помочь я тебе хочу, дядя Паша. Техника. А это посуда. Надо упаковать, чтобы не разбилось. Здесь вещи, которые надо собрать. Ну и что мы сюда приехали? Владик, зачем? Не надо, пожалуйста. Я же тут. И ребятки будут искать. С ребятками, на которых ты пашешь, я договорился. Они в курсе, что ты уезжаешь.
Ты же мамин брат. Мой родной дядя. Не будешь ты в этом говне жить, и не надейся. Да не, может, я больной, понимаешь? Отсю голову. Мать из могилы вырви. Нормальный человек, скажи мне, может это сделать, а? Ты мне скажи, нормальный человек это сделает? Ну, понимаешь, все-таки детская травма, это надо понимать. Вот я и говорю, что он больной. Ему надо в психушку, чтобы там проверили его. Кстати, у тебя же есть там знакомые мозгоправые. Ты поговори с ними. Или хочешь, я со своими поговорю из службы охраны? Расколят за полчаса. Все расскажет, где мать захоронена, есть ли жизнь на Марсе. И почему в 25 лет он ведет себя, как 15-летний мудак. Думаю, может, пионерлагерь в аренду взять. Отремонтировать. Это который? Который наш? Да, имени Корней Иванович. Зачем? Жалко его. Гниет, никому не нужен. Он там со Светкой познакомился. А у меня в туалете было сразу три. Каждую смену была новая. Одна даже хотела на тебе женить. Помнишь, рассказываю. Слушай, я же все для него с самого детства. Пансион. Оксфорд. По 20 часов вкалывал, чтобы он ни в чем не нуждался, чтобы у него все лучше было. А он у меня уже 5 лет денег не просит. Витька, а на что он живет? Не знаю. Там вроде в Лондоне свое издательство. Вот ковнюк, а. Привык жить на всем готовеньком, а теперь вот смотри, нос воротит. Давайте. О! Завожу. Чего ты заводишь? Девушек. Кого? Кто их звал-то? Я звал. Зачем? Неделю полежишь, больше у меня денег нет. Остальное зависит от тебя. Семья, работа. Забудь, что у тебя жена есть, дочка. Хочешь хуветь? Боишься, они не захотят. Твоя задача снова стать человеком. Остальное я верну себя. Слава богу, успел. Я на секунду. Хотел извиниться за то, что вел себя как свинья. Все, не буду задерживать. Это называется не задерживать? Мне теперь нужно возвращаться, ставить их в банку с водой. Опять виноват. С меня еще один букет, в следующий раз подарю вместе с банкой.
Да нет, я понимаю, Гамлет, Король Лир, это прекрасные пьесы, но как-то это все чересчур. В жизни так не бывает? Наверное, все эти шекспировские страсти, они... Не для тебя. Ты поклонник реализма в искусстве. Ну, наверное, да, я не знаю. А почему ты считаешь, что Шекспир не сам пьесы писал? А откуда ты знаешь, что я занимаюсь авторством пьес? Юлька сказала. Странно. Я статью только в мае написала, а Юлька уже год как в Москве. Ты же сказала, вы почти не общаетесь. Угу. На самом деле общаетесь? Да я в интернете нашла. Не помню, что точно, но там что-то было. У тебя телефон звонит. Сейчас быстро отвечу. Да. Да. Что сделал? Да. Да, конечно. Надо ехать. Что-то случилось? Потом объясню. Почему потом? Почему не сейчас? Пока не могу, извини. Плафон снял, простынь скрутил. Хорошо, медсестра вошла, а то он уже в петлю лез. Что ж ты делаешь, дядь Паша? Я читал книжку. Давно еще, в пансионе. Там каждый человек мог вернуться в какой-то момент из жизни. Все, что было после этого, стиралось из памяти. Но сделать это можно было только один раз. Каждый сам выбирал, в какой момент вернуться. Кто-то снова становился младенцем и проживал заново всю жизнь. Кто-то пытался вернуть близких и исправить ошибки. Все возможно, дядь Паша. Надо только очень этого хотеть. В книжках только. В жизни так не бывает. Бывает. Я тебя познакомлю с одним человеком. Однажды просыпаюсь. Кто я, где я? В голове одна мысль стучит. Хмелиться. Но я квартиру всю обшарил. Пусто. Думаю, может, на улице нальет. Выбегаю. А там двор. Бабушки сидят, детишки играют. И тут передо мной девочка лет 6 с горки скатывается. Смотрит на меня. Вдруг говорит: папа. Я говорю: нет, нет, девочка, ты... Ты взрослая, а у меня дочка, Анютка, ей 3 годика всего. Потом угляделся. Понимаю, двор-то мой. Мой двор. 3 года. В пьянке пронеслось. Она помнит. Помнит. Папа. Сбежал я. Стыдно мне тогда стало. Домой пришел, бутылки сдал все, кисточки, краски купил, глину. Руки трясутся. Я зайца кое-как слепил и к дочке побежал. Она обрадовалась. Говорит, мамка сказала, это не ты был. А я говорю, не я. Не я, дочь, но теперь я. Я. Жена простила. Люк в 3-й класс ходит. Я вот снова работаю. Знаешь, я каждый раз как подумаю, что я в то утро мог где-то в другом месте проснуться. Как страшно становится.
подождите, пожалуйста, полминутки меня подожди, я сейчас. Слушай, ты прям Шекспир. Меня аж самого пробрало. Давай где есть в стекляшке? Давай. Юлька здесь в институте учился. В прошлом году в Москву перевелась. Тетя Зина до сих пор в музыкальной школе. Одна живет. Главное, не пей, дядь Паш. Все будет нормально. Работу тебе какую-нибудь найдем. Сколько тебе? 42. Вся жизнь впереди. Они знают. Зина с Юлькой. Что я здесь? Рано пока. Вдруг снова в петлю полезешь. Нет. Не полезу. Кладбище ночью закрыто. Сторож должен был ворота открыть. Ну, хотя бы какая машина? Газель, ЗИЛ. Неужели ничего не помню? Ты когда днем сторожа убивают, ночью они пьют. Я уже орал на него и уволь грозился. Ничего не помогает. Может, под гипнозом попробовать? Я читал, можно из памяти вытащить. Ведь нормальный частник ночью на кладбище не поедет вывозить кости, которые из могилы вынули. Ну, есть такие специальные конторы. А, я узнавал. Ни в одной из них официально такой заказ не числится. А если не официально, можешь узнать? А как я узнаю? А ты подумай. Крупнейшее в городе кладбище. Неужели никто на встречу не пойдет? Ну, я не знаю. Это тебе за беспокойство. Узнаешь, умножь на 10. И никто не обещал, что будет легко, но ты еще крепко стоишь на ногах. Все будет, как ты хочешь, ведь такая же есть на плечах. Твои голова, есть сил в руках. Давай, давай! Вот вкус получите, а? Да. В пансионе как-то сказали нарисовать родителей в виде каких-нибудь животных. А ты? А я отца нарисовал гигантским крабом. С огромными такими клешнями. Актуально? Его потом вызвали на беседу. Это оказалось какой-то тест был. Вломил? Вообще ничего не сказал. А знаешь почему? Он и есть этот краб. А-а-а. О, толстый панцирь. А что там внутри? Видел его два раза в год на каникулах. Дай бог, если за две недели он мне пару фраз скажет. Зато на выходные в Мадрид летали. А-а-а. Как-то в третьем классе ляпнул, что за Реал болею. В субботу с отцом летим на классика Реал Барселона. А ты еще жалуешься? Мне бы ваши проблемы, молодой человек. Да я в какой-то момент уже рукой махнул. Тем более в Лондоне жил. Но когда узнал, что отец на этой кукле жениться хочет, меня... Молодцы! Мне это так взбесило. Ей столько же лет, сколько маме было. Но разве можно их сравнивать? А он их и не сравнивает. А Лука! Лука, привет, Лука! Лука, привет! Закуси. Точно. Слава, брат, мы общаемся. О, привет. Я тебя найду. Понял. Знаешь, я тебе так скажу, кукла не кукла. Если бы со мной так поступили, я бы вломил. Любой бы вломил. Я же говорю, краб. Хотел его как-то растормошить на мамину годовщину 17-го. Собрать всех. Тетю Зину, Юльку, подруг мамин. Возьму? Бей. В том же пионерлагере, где отец с мамой познакомились, только он бы ничего не знал. Ну, как в кино, помнишь? Привезти его туда, а там уже все ждут. Как в кино? Ну да. Весь вечер про маму говорят, вспоминают. В конце концов, его заставить. Сейчас понимаю. Какая же ты дурь. Ты представляешь, если с дядей Пашей получится? Это же совсем другое. Что получится-то? Бросить пить, вернуться в семью? И наступит счастье? Тетя Зина замуж так и не вышла.
Она же до сих пор его любит. Ну, это ты так думаешь. И Юлька до сих пор вспоминает, как отец ей сказки перед сном сочинял. Как она банку с вареньем разбила, а папа сказал всем, что это он. 3 года было, а она все помнит. Вдруг правда получится. Это же как жизнь человеку спасти. Даже не одному. Слушай, отец виноват в том, что с Пашей произошло? Не знаю. Хотя, если бы он ему денег дал, ничего бы не было. И мама бы в ломбард не поехала. Короче, хочешь отцовские ошибки исправить? Все уже не исправишь. Я тебе знаешь, что скажу? Ты с дядей Пашей особо-то не надейся. Мы алкоголики, как ГБшники. Бывшими не бываем. Как и обещал, в банке. Забыла сказать, у меня аллергия на цветы. Обиделась? Хочешь, подскажу тебе? Не надо ко мне приходить, тогда и не надо будет сбегать. В другой город там или еще неизвестно куда. Я тебе что, навязываюсь или что? Все. Могу я сказать? Извини, я опаздываю. Забор. Здрасте. Материалы завезли все. Да, есть одна проблемка у нас. Материалы подороже вышли. Ну, не намного, это тридцаточка. Мы с тобой о чем договорились? Так я же не себе прошу. Не, ребята голодные сидят. Я же тихо. А плохо да. Я не делаю. Откуда? А, с кладбища? Шустро. Адрес гаража, номер машины. Все точно. Так он же сказал, что все договорено. Он и документы показал. А что не так-то? Куда ты ее отвез? Ну как, ну, в гараж какой-то. В гараж? Ну да. Вот там и оградку, и памятничек. Мы это возле стенки все поставили. А тело? Какое тело? Кости. Какие кости? Вы чего, могилу не разрывали? Да нет, конечно. Мы только памятник сняли, а оградку, а могилу плитой закрыли. Марьян, тут к тебе. Про цветы понял. Поедем, выберешь себе другой подарок. Очень хочу искупить свою вину. Я не могу. Я тебя очень прошу, здесь рядом. Мне нужно доделать перевод. Пожалуйста. Добрый вечер. О, привет, проходите. Выбирай. Надеюсь, хоть что-то понравится. Что значит, хоть что-то понравится? Девушка, проходите, не стесняйтесь. Идите, идите сюда. Вас как зовут? Марьяна. Очень приятно, Лука. Здесь есть работы, которые были в Лондоне. У вас была выставка в Лондоне? В галерее современных искусств. Заброшенный подвал за городом. Ну, кому подвал, а кому галерея. Кстати, вот эта рыба вполне могла понравиться королеве. Какой заяц. Вам нравится? Угу. Берем. Вы знаете, девушка,
этот заяц на рынке стоит 200 условных единиц. Вам я отдам его всего за 100. Да нет, я просто сказала, что он девушка, мне нравится. Девушка, я прошу вас, пожалуйста, не мешайте молодому человеку делать вам приятно. Да не надо, наверное. Надо. Берем. Ну что? До завтра? Если опять не сбежишь. Подожди. Подожди. Мне надо работать. Погоди. Юрка мне так и не звонит. Ты говорила, тебе она перезванивает? И что? Скажи, чтобы набрала меня. Обязательно. Это очень важно, я ей не просто так звоню. Хочешь рассказать ей, что собираешься собрать семью? Что? А, нет. Нет, это все дурь была. Не для этого. Теперь на самом деле важно. Виктор Михайлович, мы уже закрываемся. Чего ты меня не разбудил? Вам такси вызвать? Нет. Все равно помог. Как будто все ему чем-то обязаны. Не кричи, так Влада разбудишь. Нет, скажи, вот в чем я не прав? Ты во всем прав. У меня тоже, знаешь, сколько проблем? Каланчевские давят, хотят комбинат забрать. Но ничего, прорвемся. Прорвемся. Завтра с Владькой из дома никуда не ходите. Ну так, на всякий случай. Папа сказал, никуда не ходить. Подслушивал, да? Владька, мне очень надо. Честно, очень. Ты хочешь, можешь сегодня вообще не читать. Вон, смотри телевизор, играй. Ладно, если хочешь, поедем вместе. Thank you.
Стив, рядом. Рядом, я сказала. Вот. Пошли, пошли, пошли. Что с тобой сегодня? Стив! Хреново выглядишь. Я могилу нашел. Поздравляю. Поговорить надо. Езжай домой. Отдохни, выспись. Потом поговорим. Я лагерь в аренду взял. Уже ремонтирую. Можно сказать, твоя малая родина. Ты шутить пытаешься? Если б я только знал, что ты таким мудаком вырастешь. Что-нибудь слышал о теории относительности? Гениальная вещь. Пашку не трогай, поздно уже. Я пытался, бесполезно. И об этом поговорим. Не сейчас. Позже. Давай сюда еще две трубы. Рядышком домик. Хороший. Комнатка отличная. Тепло. Да-да-да. Ну, мебели не особо. Пойдем посмотрим. Увидим. Главное, не пьет. А то у меня на прошлом объекте был дедок. К утру на ногах не стоял. Потом из спортзала брусья сперли. Акробаты и дрянь. Командир. А? Перед хозяином вашим не сиди его пока. Да кому какое дело, кто настораживает? Вот отлично. Ну вот, комнатка. Ну а чего? Нормально. Жить можно. А, да, вот, кое-какая посудка есть. А ружье заряжено холостыми, так, для страху. В кладовке есть боевые, но это на крайний случай. В том году собака в деревню взбесилась. Не вздумай по людям палить. Он не пьет. А, ну да. Ну все тогда. Живи. Давай. Любой вопрос, сразу звонишь мне. Живи, работай. Ну смотри, если сорвешься. Не сорвусь. Тогда скоро с женой встретишься. Говорил с ними. С тетей Зиной сегодня поговорил, с Юлей попозже. Постой. Я ведь долг тогда так и не вернул. Сколько времени прошло? Все уже забыли давно. Так от меня не было, а теперь-то я здесь. Вдруг снова начнется. Дядя Паша, я решу этот вопрос. Человек не то, что он ест, а то, что он думает. Правильно. И не только думает, но и чувствует. Это важнее. Вот еще недавно я думал, что я готов. Влад. Добрый вечер, тетя Зина. Познакомьтесь. Это Юрий Петрович, а это Влад, мой племянник. А, очень приятно. Извините, Юрий Петрович, нам надо поговорить. А, конечно. Конечно. Подождите. Нет, я как раз собирался уходить. До свидания, Зина. До свидания. До свидания. Ну зачем ты так, Влад? Это серьезный разговор. О дяде Паше. Что с ним? Лежал в больнице. Лечился. Сейчас не пьет, работает.
Он здесь, в городе, хочет с вами встретиться. Хотя бы поговорить. А получается, что я ему вру. Я сказала, что ты в Москве. Ну, не ври. Просто не говори об этом. Юль, я сказала ему, что мы с тобой не общаемся. Хорошо, хочешь, скажи, что общаемся. Просто скажи, что мне насрать на его звонки. Так лучше? Нет, так не лучше. Ты можешь сама сказать? Просто позвони и скажи. Он говорит, что это очень важно. Неужели даже не интересно? Нет, от него не интересно. Что он сделал тебе такого, что ты его так ненавидишь? Сама удивляюсь. Ты можешь ради меня это сделать? Пожалуйста. Ради меня. Ради тебя. Иди туда. Спрячься. Здравствуйте. Привет. Вы вставьте. Я разберу потом. Все хорошо? Да, хорошо. Что-то случилось? Ты хорошо себя чувствуешь? Не, все хорошо. Я дремала просто. Курила опять? Ну, тебе же ведь, ну... Нет, вот сосед курила. Воздух, форчик открыт. Раз все хорошо? Да, я просто не выспалась что-то сегодня. Ну, и я тогда. Спи дальше. Звони, если что. Спасибо, хорошо. И кто это был? Догадайся. Ну, это же не отец ребенка. Ну, вряд ли ему 24 года, и вряд ли он самовлюбленный мудак. Вы наград будешь? Да не, я помню твоего Кирилла по фотографиям. Нет, это не Кирилл, не новый любовник. Это хороший человек. Настоящий мужчина, в отличие от твоего Влада. Так, а при чем здесь Влад? Это его отец. Я когда поняла, что мне с этим совсем... Я, в общем, не маме позвонила, а ему. Маму жалко было. А он снял квартиру, дал денег. Сказал, что оформит опекунство над девочкой. Он сказал, это твой ребенок, ты будешь сама решать. Но я не дам ему оказаться в детском доме. А твой Влад прекрасный, он как комар. Носится над ним и зудит, он даже не кусает, не доносит. Не надо так говорить, хорошо, пожалуйста. Хорошо, мы не будем про это говорить. Спасибо. Будешь еще кофе? Нет. И запомни, если скажешь ему что-нибудь, ты для меня больше никто, поняла? Ладно. Узнаю у него. Если что-то важное, то я позвоню, может быть. Пашка куда-то собрался. Паша! Паш! Иди сюда! Ну иди, иди! Садись, да. О, нет. Ты же не пьющий, значит, можно. Здорово, мужики. Здорово. Что, из бывших, что ли, из этих? Тогда лучше не надо. Бывайте, мужики. Да. Да спрячь ты. Передай-ка. Спрячь, говорю. Вот да. Так. Возьми это. Значит, возьми, говорю, возьми. Возьми. Парнишка, что с тобой приезжал, сын? Племянник. А у меня тоже сын деловой. Первокурсник. Только и слышу от него, дай. А что, я ему рожу, что ли? Я с утра здесь, до вечера. Мы трудимся, они только развлекаются. Так он же смотрит сверху вниз, студент. На днях знаешь, что заявил? Это, говорит, вы страну развалили. Сопляк. У меня тоже дочка. А, дочка, это хорошо.
институте учится. Казалось, вот-вот, еще чуть-чуть, сейчас все вырулит. А потом вдруг раз, и понимаю, ничего уже не вырулит. Но все равно продолжал. Вдруг как-нибудь все само рассосется. Я ведь ничего плохого не делал. Деньги взял, нужно отдать. Нельзя не отдать, это неправильно. Никого не кидал ни разу. Может, зря. Надо было, как эти. Купил завод, нанял охрану. Те постреляли, кого надо. И никаких проблем. Нет. Ты же не такой, Паш. Поэтому они дворцы строят, а ты в дерьме по уши. Жену и дочь все потерял. Три года материал собирал. Доказательства? По крупицам. Теперь точно знаю. Не мог такой человек такие пьесы писать. Какой такой человек? Торгаш. Жлоб. Мягко говоря, невысоких душевных качеств. А ты знаешь, кто писал? Знаю. Кто? Не хочется так в опыхах. Это главное, чем я последние три года жил. Могу до утра рассказывать. Угу. А у меня с утра важная встреча. Давай завтра вечером. Спи. Угу. Влад. А ты хорошо своего папу знаешь? Чего на меня так смотришь? Пытаюсь понять логику. Да нет никакой логики, просто спросила. Влад, я забыла сказать. Я с Юлей разговаривала. И что? Ну, она попросила узнать. Если что-то важное, то она перезвонит. Я не знаю, почему она так. Передай Юле, ее отец жив. Я знаю, где он и что с ним. Это достаточно важно? Юрий Петрович! Доброе утро. Доброе. Я вот не спал всю ночь, думал и решил прекратить поиски и остановить свой выбор. И сделать все для того, чтобы вы были счастливы. Что скажете, чтобы мы были с вами? Что? Нет. Юрий Петрович, помните, я вам говорила, муж пропал без вести? Муж. Оказалось, он жив и ждет меня. В общем, я сейчас не могу, извините. Алло? Ну, наконец-то! Здравствуй, сестренка. Это правда, дядя Паша не погиб. Болел сильно, не хотел быть вам в тягости. Я случайно узнал, съездил за ним, отвез в клинику. Сейчас он здесь, в городе, работает сторожем. Где? Да тут мой отец в пионерлагере ремонт затеял. Он там сторожит.
Мама знает. Знает, согласилась с ним встретиться. А ты хотела бы его увидеть? Да. Приезжай в любое время, билеты я оплачу. Алло, дядя Витя, это я. Мой дядя не смог отдать вам долг. Теперь он вернулся. И я хочу решить этот вопрос. У меня нет таких денег, но я могу принять обязательства. Как смогу, расплачусь. А проценты за 20 лет? С процентами. Только в пределах разумного. Слышали про теорию относительности? Гениальная вещь. Человек взял деньги и пропал. Но у него есть квартира, стоимость которой покрывает 3/4 долга. Что лучше, ничего не вернуть или вернуть 3/4? Когда твоя мама погибла, отец не только со мной рассчитался, он закрыл все Пашины долги. Витя отличный мужик, правильный. И ты давай-ка кончай выюживаться. Здравствуй, папа. Узнаешь? Ага, скоро ты дедушкой станешь. Чего ты молчишь? Мама говорила, ты такой добрый был, заботливый. А ты молчишь. Наверное, потому что ты болел. Ты же так сильно болел, ты даже позвонить не мог сказать, что ты живой. Ну что ты молчишь? Рассказать тебе, как мы жили все это время? Рассказать? Как мы чуть с голоду не сдохли, как я целый месяц, я жрала одну перловку, я потом чуть не тошнила этой перловкой, а мама плакала все время. Я помню, я маленькая была, она даже не дышала, она всхлипывала. Ну, теперь все будет хорошо. Теперь ты к нам вернулся, да? Ну, что ты молчишь? Я тебя ненавижу. Ты не человек, ты скотина. Я ненавижу тебя! Я тебе говорю. Так, да ну ты что, я сейчас закончу этот объект и на моря. Да? Да. Да. Сейчас. Сюда! Бараны, бегом! Ты! Подождите! Куда я? Дверь открой! Машина, давай! Ну, живее! Аккуратно! Thank you.
прости меня. Она была в городе? Прости меня, пожалуйста. Как она узнала про этот лагерь? Я не знаю. Ну, может, она у твоего отца узнала, я не знаю. При чем здесь мой отец? Вот. А Юльке было страшно просто домой вернуться. Она очень сильно боялась тетю Дину расстроить. А твой папа ей квартиру снял. Сказал, что опеку оформит. И что девочка останется здесь, и он будет ее воспитывать, а она в Москву вернется. У мамы тоже должна была родиться девочка. Вот он вас искал. Привет, Паш. Нет, Паша. Жалко тебе было этих денег. И Светка была бы живая. И моя жизнь. К чертям собачьим. Жалко было этих паршивых денег. Паш, опусти ружье. Ты обещал рассказать, кто за Шекспира пьесы писал. Какая разница? Пришел в себя, хочет тебя видеть. Иди, восьмая палата.